Доброе утро всем. Еще нет 8 утра, суббота, и что же я делаю? Конечно, я же поехала в любимое место, мне же не спится, несмотря на то, что я опять поспала буквально несколько часов. Добро пожаловать в влог выходного дня. Только я сейчас на заправке, у меня бензин давно не заправлялся. Только что подъехал сюда мужик какой-то на белом Вене, остановился в шлепках, в шортах. Все, больше здесь ничего на нем нет. Остановился, вот здесь помойный бак стоит, он вылез, посмотрел, вытащил откуда такой, там какой-то пакет с мусором, засунул себе в машину и уехал. Я не знаю, что происходит. Не знаю, сколько я положила, $30. В общем, еду на помойку, конечно, куда же я еще могу ехать? Вчера порезала себе палец вот здесь вот. Прихожу домой, у меня весь все в крови. Не то, что маленько крови, прямо вот реально все в крови. Я понять ничего не могу. И ничего не чувствовала, что-то я порезалась или еще что-то. Промыла, у меня там, оказывается, большая царапина была. Вообще, посмотрю. Ну, так и бывает иногда. Ой, ну, конечно же, сейчас я поеду. Первое, что я буду делать, это поеду в Starbucks. Будем делать читмил выходного дня. Хочу свой любимый pumpkin bread. Может быть, возьму себе этот Dragon Fruit Drink. Нет, глаза слезятся. Когда я не высыпаюсь, они у меня слезятся просто. Сейчас я... Видите это? Ой. Что вам показать? У меня с собой нету? Обратите внимание на мое лицо. У меня на нем есть тональный крем. Но... Он настолько незаметный, и в то же время он скрывает столько вообще всякого разного. Просто нереально крутой. Он как водичка, такой жиденький-жиденький. Это Armani Silk, что-то такое. Я вам дома покажу. В общем, я взяла себе такой тональный крем от Armani. И плюс вот этот под глаза консилер. Обалденный, просто обалденный. То есть выглядит естественно, но в то же время скрывает. То есть, может быть... Вы не видите разницы, но если я просто сейчас умоюсь, вы увидите разницу, какие-то там точечки, еще что-то. Под глазами не так все страшно, только глаза слезятся именно от недовысыпания. Ладно, все, хватит болтать, поехали. Вообще, следующая остановка это Starbucks, потом Goodwill Bins. После Goodwill Bins я хочу заехать возле, который находится Thrift Store, потому что там, помните, я покупала как-то пару раз обувь, которую я уже продала, хорошие там кроссовки были новые от Хока, за 25 я их купила, за 75 я их продала, так что едем, может быть, что-то там мы тоже интересно найдем, всякие каркуши летают, нагадили мне на крышу, ну, нагадили это к деньгам, так что будем ожидать сегодня денег, все, поехали искать клад. Добро пожаловать на свалку! Народу пока здесь не так много, что меня очень радует. Ну что, идем искать клад, посмотрим, что сегодня интересно. Я нас найду. Здесь 32 утра. Я вышла с полной сумкой 13 паундов добра из Goodwill Bins. Ой, честно скажу, устала, но в то же время на мне винтажная футболка вот такая. Поэтому здесь вот так вот порвано. Чем больше порвано, тем больше винтажно. Не знаю, стоит мне ехать или не ехать в этот, в эти магазинчики. Хочется все-таки поехать, но в то же время я чувствую, что у меня вот реально просто сил нет. Я спала мало сегодня опять. Сейчас посмотрим. У нас ветер, вы, наверное, чувствуете даже вот здесь вот. Приехал вот этот Thrift Store. Все-таки сейчас быстренько зайду, посмотрю обувь, что там интересного есть. Ну и поеду в сторону дома, показываю что-нибудь, потому что сегодня по выходным я не в состоянии что-то готовить. Я могла бы. Силы я отдам, я не могу после работы, после всего. Когда я из дома уезжала, такого как ветра не было. Вообще поднялся конкретный ветер. Что мы с вами в магазине? Зеленый и фиолетовый. Скидка 50%, посмотрите. Шанель. Можно сказать, почти что настоящий. Сейчас посмотрим. Почти что настоящий.
Made in France. Сейчас посмотрим внутри, если есть какое-то распознавание. Ну, фейк, фейком выглядит. Конкретно причем. Хотя, кто знает, может, настоящий. Сейчас посмотрим. Конечно, это фейк. Made in China внутри написано. За $40 продают вообще. Такой фейк можно новый купить за дешевле, чем... Смотрите, какие каблуки красивые. Такая такая штучка. Что за бренд? Опять не снять. А это что у нас здесь? И Gucci, и Versace, и Louis Vuitton все вместе. Все дизайнеры вместе. У них новая, видите, одежда. Так, ну что, мы смотрим здесь обувь. Что можно интересного здесь найти? Дома приеду, вам обязательно все покажу. Хочу вам показать, что я нашла. Вот такие вот кожаные ботиночки. Я их взяла себе. Они такие показались мне хорошие. Мой размер как раз 12,99. Потом проверила эту фирму. Vionic, они новые. Такие стоят новые $160. Представляете вообще? Здесь еще такие же туфли. Есть тоже такой же фирмы Vionic за $10. Они тоже как новые. Но немножко поцарапаны. Я их буду. А ботинки я себе возьму на работу. Трифстор, а вот там вот вдали, вы видите, Goodwill, обычный Goodwill. Пойдем туда, зайдем, в принципе, время еще не так уж поздно, я еще успею. Фотографировать я сегодня уже ничего не буду, просто сегодня закуплюсь. Завтра тоже хочу съездить, вообще завтра я хотела съездить в Майами, в Вискайя, такое вилла Вискайя, из которой я уже несколько лет собираюсь, никак не могу поехать. Там очень красиво, но не знаю, я думаю, что, наверное, навряд ли я поеду. В следующем выходные, в следующее воскресенье мы с Ольгой хотим поехать на любимый Марко Айленд, там провести денечек. Идемте в Goodwill Store, зайдем быстро и едем в сторону дома. Я сейчас нахожусь, это район называется Окленд Парк, в общем, часть Форт Лодердейла, восточная. Здесь мы тоже с вами были. Зайду сюда, быстренько пройдусь. Не, по одежде я не буду, потому что мне, я говорю, после Goodwill Bins, когда ты платишь за паунд $1.89, а здесь ты за одну вещь тебе там просят 5, 6, 8 и больше долларов, то не хочется уже ничего брать. А так посмотреть что-то там необычное такое, как... Обувь я смотрю, сумки я смотрю, какие-то там всякие штучки, может быть, что-то винтажное мебель. Вот, а одежда все в Goodwill Bins. Хотя, да, вы знаете, 2 недели назад я была в обычном Goodwill, я заехала, я взяла достаточно хорошую такую одежду. Я вам не показывала, так я случайно поехала, потому что захотелось мне. Ладно, идем искать. Они здесь все переставили, смотрите. Так хорошо, красиво расставили сумки здесь, одежды в этот ряд. Более уютно все, что здесь как-то стало. Так, вот здесь мне нравится посуде, вот в этом все творится, потому что можно найти что-то оригинальное такое. Сейчас обувь посмотрим. Может, для декора что-то интересное здесь можно найти, в принципе. Никогда не знаю, что можешь найти, да. Вот сейчас я шла, нашла случайно ботинки, а ботинки оказались стоят сколько? $159. Здесь интересно. В Goodwill Bins я сегодня не снимала, не знаю почему. Не захотелось мне почему-то сегодня снимать там. Поэтому я не снимала, и ты набрала 13 паундов. Завтра буду снимать, завтра тоже я поеду, да, скорее всего, что в Вискайю не поеду. Поеду завтра в Goodwill Bins. Поснимаю там для вас. Потом, домашними делами. Завтра я хочу вообще заказать еду с онлайна, чтобы мне привезли домой. С этого магазина Whole Foods. У тех, у кого... Есть аккаунт на Амазоне. О, ракеточки.
Посмотрели, я тогда одну нашла и продала ее за 50 долларов. Это не для тенниса, это для другой игры немножечко. Это что такое? Домик для собак, что ли, такой? Своим собакам такую конуру взять. Смотрите, как прикольно. Сколько они хотят за него, этот домик? 8 долларов. Ай! А как? Он же не будет держаться. Хотя им нравится под одеяло залазить, они будут туда залазить просто так. Не, не надо. У нас так всякого разного дома уже. Вот, так что завтра я продукты и кое-какие там вещи для дома заказываю с Amazon Prime Delivery. Что такое, не знаю. И потом вам покажу, что я заказала. Сделаю такой завтра такой, тоже такой, как сказать, влог дома. Что я там кушаю, что я собираюсь готовить. Смотрите, сундуки такие монтажные всякие. А может, не монтажные, не знаю. Ну, здесь столько нет, как видите. Но ботинками я вообще просто очень-очень довольна сегодня. Видите, кто рано встает, тут много находит. Нужно вот здесь порыться. Здесь еще не выставили. Возможно, что здесь можно найти какой-нибудь интересный клад. Пока я вижу только чайник. Ничего интересного. О, у меня была такая сумочка на пояс. Я ее продала. За 15-20 долларов нет смысла покупать. Ничего интересного не нашла. Ну просто я уже устала, я уже знаю, что я не хочу уже рыться, уже все настроила, уже что мне домой. Так, здесь магазин Aldi есть через дорогу. Там еда у них продается в Aldi для собак, которые мои собаки очень любят. Нет, я поехала домой уже. 11:30 уже, поеду домой. Мне вот эта машина нравится. Вот такой вот Мерседес мне нравится. Смотрите, как классно. Какие колеса. Но внутри как... Такой же, мне кажется, какой-то такой весь навороченный. 110 тысяч, что ли, стоит. Очень клево смотрится. Я думаю, что там есть. Мне вот такой вот нравится. 110 тысяч на машину это... Не стоит того. Не стоит того. Такой джип Кэтринг мне нравится. Но на нем говорят, как все кочки чувствуешь, когда едешь. Вот такие номера вы можете увидеть у нас на машинах. Путин. Приехала я домой. У нас, оказывается, здесь тоже ветерок. Жара, прям чувствуется жара, как вот хорошо, что есть этот ветер. Если бы не было ветра, я не знаю, что было. Посмотрите, как красиво. Водоросли уже, видите, приплывают к нам. Красота! Вы просили почаще показывать вам океан. Вот такой вот у нас сегодня красивый океан. Я взяла, заехала в Чикотли. Сейчас иду домой. Я тут себе взяла в Чикотли. Будем кушать. Потом вам покажу свои находки из сегодняшней поездки в Goodwill Beans. Так что поехали. Наше новое приобретение. Как называется? iPad Pro. В общем, это большой, который... Кэтрин видела смотреть. В дорогу со мной можно брать. iPad Pro. Вот он такой. Четвертая серия. Только вчера он пришел, еще не разобрались. Кэтрин уже что-то разобралась. Нужно купить нам ручку будет и клавиатуру. Ланч тайм. Вот мои чипотли. Просто так близко, кажется, такая куча. В общем, там темный рис, курочка, лук с вот этим с перцем, сыр, который распарился. И вот здесь я себе взяла гвакамоле. Сайт гвакамоле. Обожаю авокадо. Ем почти что каждый день. У Кэтрин точно такой же, только у нее белый рис, курочка, сыр
без вот этих зеленых перцев, потому что ей не нравится, они немножко острые. Собак я оставила за дверями, чтобы я могла спокойно покушать. В общем, сейчас я буду быстренько кушать, и потом будем смотреть, что же я купила. Я потому что уже сама не помню, и мне так уже интересно посмотреть. Ну что, я дома покушала. И сейчас будем смотреть мой огромный пакет, в котором 13 паундов неизвестно чего. Ботинки померила. Идеально, немножечко большие, но если я одену носки, будет замечательно. В общем, я довольная. Ну что, вот они мои ботиночки. Я нашла их на сайте. Фирма Vionic. Новые абсолютно. Размер 9. Кожаные. $159 такие стоят. $159. Представляете? Повезло сегодня мне. Окей. А теперь переходим, конечно же, к пакету вот этих богатств. Нашла. Сейчас у нас лето. Снова все одеваются в спортивное. Нужно достать старые спортивные все шорты. Абсолютно новые шорты найковские, вот такие вот. Я их в том году продавала пачками по $20 за штуку. Нужно достать, у меня еще есть, кстати, с прошлого года. Размер хороший, ходовой, так что $20, 15 я отдам. Дальше, что здесь? Мне так, честно, неудобно. Я не знаю, как мне сделать. Давайте я сейчас выложу все. Мне неудобно так вам показывать. Я думаю, сейчас я сейчас все выложу на стол. И уже будет более понятно, чем так. Потому что я одной рукой держу телефон, другой вытаскиваю. Сейчас, минуточку. Так, вот я все выложила. Парочку вещей сюда повесила. Нашла вот такого маленького котенка. Такой прикольненький. Для Кэтрин я его отдам. Написано сзади. England. Нашла денежку. Сегодня маленькую, но нашла. Почему, значит, у меня была такая тяжелая сумка? А почему там было 13 паундов, одежды совсем немного? Из-за вот этих двух сумок они настолько тяжелые, но ничего страшного. 13 паундов, сегодня $26 отдала. Разорилась. Ну что, давайте начнем все сначала. Шорты. Nike. Размер large. Как новый. Дальше вот такие вот штаны от фирмы Free People. Я вам уже про нее рассказывала. Free People, Anthropology. Это такие хорошие фирмы. Они достаточно дорогие. И вот я нашла такие необычные штаники с карманами. Здесь пошорка. Сначала думала дырка, здесь потом поняла, что это не дырка. Что они так специально сделаны, видите? В затяжках, в растяжках. Сзади вот так необычный такой, какие-то, не знаю даже что там, бусинки, не бусинки. Так, буду сюда убирать. А следующая вещь, это для мальчиков вот такая вот футболка, она новая с этикеткой, Crew Cuts, потому что новая с этикеткой на лето в кучу одежды для мальчиков пойдет. Следующая вещь, это вот такая вот... Интересно, я даже это... Как же называется? Туника? Ну, в общем, на пляж ходить, на купальник вы одеваете. Она такая длинная. Эта фирма, я ее не знала. Я просто взяла, потому что она мне понравилась. Я думаю, сейчас как раз летом она хорошо пойдет. Сьюзан Грейвер. Я посмотрела. Она не такая дорогая. Но я думаю, что долларов за 20 я могу ее продать. Следующая вещь, которую я нашла, это футболка от Ralph Lauren. Denim и Supply. Я не знаю, мне кажется, они больше ее не производят, эту фирму, точно не знаю. Так что вот с таким вот тигренком. Может быть, винтажная даже. Следующая вещь, это Lucky Brand. Размер small. Но она на small вообще никак не выглядит. Она выглядит как минимум на medium, если не на large. Такая вот прикольная штучка с такими бусинками. Ну, в общем, все в стиле в Lucky Brand. Вот эта вот тигровая кофта, она для меня... Извиняюсь. Сейчас я ее на вешалку быстренько повешу. Вот как она выглядит. Она такая, типа распашонка. Вот здесь завязывается. То есть
можно, я думаю, под низ какую-нибудь майку надеть, потому что, ну, она будет очень открытая, я думаю. Не знаю, с леггинсами, еще с чем-то. Вот как фирма называется. Como Vintage, я не знаю такой фирмы, ее нужно посмотреть. Но я ее, говорю, она мне понравилась, это не на продажу, это для себя. Ладно, раз мы уже перешли на вешалку, давайте начнем с вешалки. Вот такая вот дальше у меня... Как же называется? Типа кимоно, что ли? В общем, это одевается сверху, как кофта, что ли, но без пуговиц, без всего. Такой короткий рукав. Фирма Lululemon. Это фирма, я знаю, что она продается, поэтому я ее взяла. Такая вот вещичка. Еще одну вещь, кстати, такой фирмы нашла, новую с этикеткой. Дальше вот такой вот интересный пиджачок. Здесь есть пояс без пуговиц. Так вот, фирма, не смотрела, сколько стоит, фирма, боже мой, Massimo Dutti. Слышали такую фирму? Я где-то слышала. Так, это старая. Возвращаемся сюда. Штаны от Victoria's Secret, от Pink, размер small. Я их взяла, потому что они необычные, такие бархатные. И на одной из... замочками, смотрите, в хорошем состоянии. И на одной из ног, а сзади, мы видим вот эту красоту. Pink. Да. Дальше у нас идет курточка. Такая кофта-куртка. Harley Davidson, она женская. Видите, похоже, как куртка мото-стайл, что-то типа того. Но она тряпочная, не кожаная. Что за материал это хоть? Катон. Дальше нашла вот такое платье. Оно мне тоже приглянулось. Мне кажется, тоже классное. Такой магазин. Такое на лето. Такое коротенькое, без рукавов. Такое стильненькое. А потом я фирму посмотрела. Она тоже какая-то не... Такую фирму я ни разу не продавала. Она дешевая фирма. Я думаю, за 15-20 долларов я все равно его смогу продать. Тем более, что сейчас лето. Нашла вот такие вот джинсы, они очень крутые, они мне очень понравились самой. Возможно, что я их оставлю себе, они в хорошем состоянии. Они skinny джинс и вот с такими вот дырками. Здесь дырка, здесь дырки. Называется фирма Ditos, Boyfriend Crop, Low Rise. То, что я все сделала, еще не могла найти эту фирму. Размер тоже я какой-нибудь пока не поняла. Вот как она смотрится сзади. Очень хорошо смотрится. Мне кажется, очень красиво сидят. Мне кажется, это размер будет мой. Они еще тянутся. И смотрите, здесь еще такие сердечечки маленькие. Нужно посмотреть, сколько они стоят. Так, сумки пока отложим. Давайте закончим с одеждой. Сумочка медальная, кстати. Это сумочка Kit. Немножко здесь сошорка, но мы это... Буду выставлять, сразу же об этом скажу. Вот юбка той же самой фирмы. Рой, как она называется? Рой. Размер 3 extra large, но она новая с этикеткой, поэтому я решила ее взять. Думаю, долларов за 15-20 тоже я смогу ее продать. Сегодня я не нашла ничего такого особенного, прям чтобы вау, как, допустим, в прошлый раз. Вот здесь вот я нашла костюм для девочки Kitty, Hello Kitty. Вверх и низ. И случайно увидела пачку вот таких вот наклеек Hello Kitty. И я их тоже взяла. И думаю, что я вместе вот так вот как бандл все засуну. Долларов там не знаю. Со сколько? 30. Посмотрим. И продам все это. Так, следующая вещь. Это кожаная сумка. Вот называется фирма Kate Spade. Она достаточно такая дорогая. Вот значок ее. Там была еще другая, тоже Kate Spade, но она была фейковая. Внизу, внутри мы видим этикеточку. Внутри она в отличном состоянии. Здесь еще второй отдел. Вот здесь только немножко пошворканная. Она такая двойная получается. Вот так вот она выглядит, кожаная она, с
сзади вот так вот выглядит. Здесь даже немножечко пошорканная. Но это все можно объяснить, рассказать. Я думаю, что доллара за 50 я смогу ее продать. Следующую сумку, которую я нашла, мне кажется, она винтажная. Вот так вот она выглядит. Кожаная. Фирма называется... Сейчас покажу. Bag by Dorian. Dorian. Я смотрела, там кто-то продает за 80, за 90 долларов. Смотрите, как внутри здесь красиво. Это что у нас здесь? Какашка какая-то. Расческа чья-то. Надо ее нахер выбросить. Здесь еще одно отделение. Лучше бы денежки оставили, чем... Вот и все. Все мои находки сегодня. Уже 13 паундов, а на самом деле ничего нету. Это из-за этих сумок. Мне кажется, только сумки 5 паундов вешали. Все, завтра снова пойду склад искать.